Всем привет, друзья, с вами, как всегда, Драйвер 51 Рус. Сегодня, значит, мы прокатимся с Пентайрес на полигончике Орел 57 Рус. Значит, видите, находимся сейчас у меня в группе, да? В списке товаров, не смотрите, что здесь одна копейка, как бы это ничего страшного, это бесплатная ссылка на любой товар. В товарах тут будет вот НФС-ка, тренд файл скачать, ну и моды, которые я дорабатывал, да, и полигончики от злого слона, от психа, сейчас еще добавлю сюда полигоны от Олега 57, от Орела 57 Рус, от Карабаша, от Виторгана, в списке товаров, то есть будете заходить, тут будет ссылочка на видео, можете посмотреть, и ссылочка на скачивание. То, что 0,01 копейка, это просто получается без цены сюда товар не выложить. Все бесплатно, то есть заходите, скачивайте. Давайте прокатимся. Полигон Орел 57 Рус. Значит, запускаем через программку и заводим спинку. Поедем на приватном УАЗике. Вот полигончик такой у нас, сразу локация гаража, да, и сразу давайте создадим машинку, на которой поедем. УАЗ-31519, сейчас он подгрузит. Есть машинка у нас, пересаживаемся. Такой вот у нас тут УАЗик, значит. Сейчас подождите секунду, еще настроить. И сейчас мы тут сделаем немножко звук потише, чтобы скрины были чистенькие, без всяких этих штуковин. Продолжить. Давайте в гараж сразу. Наденемся тут. Колеса поедем от Дмитрия Романенко такие, с колпаками. Просто запасочка вот такая присутствует. Ставим арки. Кенгурятник. Парки наверх. Можно поставить пороги еще. Но это дефолтное, убрать надо. Что он тут тарелок вообще сидит. Ну, в принципе, можно и под... А, ну, лампочки мешают. Ну, ладно. Значит, вот поедем на таком УАЗике. И давайте начнем. Так, с локации. Гараж тут у нас. Куча дефолтного транспорта стоит. Кстати, вот видите, присутствует синхронизация света на дефолтном транспорте, которые стандартно идут в игре. Могу вам продемонстрировать. Видите, все тут горит и работает. Все тут светится. Ночью не светится. Ночью светится, днем не светится. Ладно, погнали. Не суть. Так, гараж. Вот мы тут можем ставить моды, заряжать. И поехали сразу. Тут идет у нас проезд на куда? На лесоповал. То есть мы тут грузим машинку и погнали с грузом. Так, поедем-ка давайте, наверное, здесь. Грязь какая-то у нас тут присутствует. Да, такой тоже ничего, полигончик. Еще раз повторюсь, в группе списки товаров. Под видео на канале будет ссылочка на скачивание моих доработок и все, что я выкладываю. То есть вот ребята выкладывают, делают доступными свои полигоны. Некоторые полигоны, конечно, кто-то там сливает, но раз они уже в общем доступе, грех не записать обзор и предоставить вам ссылочку, чтобы скачивали. Поплыли.
принципе, когда много полигонов, это намного лучше, когда они есть. Поэтому всем советую, скачайте, покатайтесь, попробуйте, выберите, какой вам поудобнее, получше. Так, это все у нас грузится, можно, видите, бревна валяются. У нас узкие подъемы. То есть тоже он с виду такой вроде небольшой. Ну, езди покататься, тут что поделаешь. Вот это мы тут интересно выедем. Да. Уклончик тут, видите, такой в одну сторону, в другую. Такие хорошие уклоны. Так, ну а ну выехали опять к гаражу. Ну, давайте сейчас сюда проедем. Тут тоже какая-то дорожка есть. О! Это проверять, наверное, подвеску, ребята. Подвеску, клиренс. Я так понимаю. Ой-ой. В натуре, вот не зря называют УАЗик козлом, видите, как прыгает. Козлик. Простонародье. Опять грязь у нас. Грязь, лужи. Лужи с грязью. Еще и палка лежит. Палка-елка называется. Опа, и встряли. Вот тебе и здрасте. Вот тебе и здрасте. Объедем, ничего страшного. Вот тут и грязь есть, где поместить, ребята. Борот какой-то вот у нас тут. Можно потестить. Немножко там под асфальтом я вижу. Ох ты, блин, подводная лодка. Давай, 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 давай. Выплывай. Тут проезжаем в другое место. Так, еще какая-то дорога. Могу что-то, ребята, и пропустить. Так что сами скачайте, сами потестите. Ой-ой. Ой-ой. Опа. Не люблю, да чего же эти мосты. Так, вот мы выехали на асфальт. На асфальт. Давайте по асфальту маханем тут. Давайте прыгнем сюда. Ла. А, ну это вот выезжаем. Тут опять локации гаража. Куча дорог, можно запутаться. Так, ну и, естественно, заправочка присутствует у нас тут. Вау. А, ну и кольцевая идет, я так понимаю. Можно тут, ребята, на скорость погонять, посмотреть. Тут, опять же, не очень ровная, как подвесочка идет. Вот оно, отлично. Настоящий, как говорится, ох, грязь какая-то. Настоящий УАЗик, козлик.
приватный полигон такой. Где мы тут на него, интересно, заезжали-то, что-то я уже потерялся. Ой. УАЗик автор, ребята, не знаю, кто реально тоже как бы на халяву прилетел. Поэтому, ну, я так понимаю, что находится в привате. Что-то подобное вот, вот такого УАЗика выкладывали на СТМОДС, я видел. Но это не тот УАЗик. Ну и вот, ребята, вернулись мы опять в локацию гаража. Там даже можно тут какой-нибудь скрин такой запульнуть. Так, так ничего поставим. Прикольно. И посмотрим, вот так еще сделаем скрин, я думаю. Наверное, что-то вроде того. В принципе, адекватный полигончик, ребята, можете скачать. Ссылочка будет под видео на канале. Также в группе. И в группе, в разделе товаров, можете посмотреть там. Все, что вам интересно, как бы все доработочки, что-то интересное лично для меня, я выкладываю там. То есть в раздел товаров заходите, на цену не смотрите, то что 0,01 копейка, это все бесплатно, просто без цены не поставить. Так что заходите туда, там будет видео, можете посмотреть видео примерно обзорное, надо вам это, не надо. И внизу будет ссылочка на скачивание. То есть, ребята, пожалуйста, скачивайте. Полигон, в принципе, адекватный, хороший. Орел 57 РУС, молодец. Хорошенький такой небольшой полигончик для теста машинки спокойно подойдет. То есть, также в товарах там, ребята, смотрите, будут все полигоны, которые присутствуют на данное время для спинтереса. Также будет там автомобили, которые я дорабатывал. Так что, ребята, подписывайтесь на канал, подписывайтесь в группу, ставьте лайки. Всем удачи, спасибо за просмотры. Всем пока.